В Приднестровье упростят и ускорят получение документов и справок. С сегодняшнего дня в республике начал работать портал государственных услуг. Его презентация прошла на площадке правительства. услуги.госпмр.орг. Какие возможности открывает этот адрес, расскажет Ольга Гаврилова. Ваше заявление номер 85 было зарегистрировано, справка вам выдана. Результат можно получить 23.07.2018 во столько-то в кабинете номер 106. Получить справку о месте регистрации, составе семьи, несудимости или восстановить свидетельство о рождении теперь можно, не выходя из дома. Через сайт услуги.госпмр.орг. Но для начала нужно зарегистрироваться. Рекомендую не полениться и забить все подробные данные по всем разделам. Зачем это надо? Когда гражданин заказывает государственную услугу, ему необходимо внести те или иные данные. Он каждый раз, заказывая различные услуги, может делать это вручную. Но если он один раз заполнит мой профиль полностью, то это будет проходить в автоматическом режиме. Получить через портал госуслуг можно будет справки 28 видов. К системе электронного документа оборота уже подключились МВД, ЖУКи, Министерство юстиции, Минсоцзащиты и ЗАГСы. У каждой услуги свой регламент. Например, если мы рассмотрим услуги ЗАГСа, то если информация находится в самой электронной базе, вы ее можете получить в течение 3 дней. Если же вы заказали документ, который территориально находится, скажем, в Каменке, а сами вы обратились в ЗАГС города Тирасполя, то, если не ошибаюсь, в регламенте написано до месяца на процедуру пересылки документов, потому что это может быть не только Приднестровская Молдавская Республика, но и другие, допустим, Россия или Молдова, и поэтому указан максимум месяц. Разработчики говорят, со временем список услуг расширится. В ближайших планах наладить взаимодействие со всеми министерствами, ведомствами и госадминистрациями республики. Напомним, работа над порталом госуслуг проходит в рамках административной реформы, концепция которой была определена в начале марта. Аналитическая группа провела аудит каждой услуги. Работа строилась по следующему алгоритму. Изучалась необходимость существования данной справки как таковой с точки зрения ее правовой природы и сложившейся практики. При этом ставился вопрос о полном исключении данной справки или услуги как избыточной или дублирующей другие услуги. Уже на данном этапе порядка 15% справок были рекомендованы либо к отмене, либо к объединению в рамках других услуг. Сегодня был сделан очень существенный, но все-таки первый шаг на пути того, чтобы государственные услуги становились для наших граждан проще. Конечная цель – это не сделать какой-то красивый интерфейс или там следовать каким-то новомодным тенденциям. Конечная цель всей нашей работы заключается в том, чтобы граждане получали государственные услуги в более качественной форме и при этом, самое главное, экономили свое время, нервы и деньги. Это основная цель. Первый шаг в этом направлении сделан, дальше нам ни в коем случае нельзя останавливаться в этом направлении, наоборот, необходимо более активно двигаться вперед. Итак, запросить нужный документ уже можно по интернету. Адрес сайта госуслуг – услуги.госпмр.орг. Справки можно будет получать не только в электронной форме. Сохранится и прежняя, альтернативная, через личное обращение. Ольга Гаврилова и Сергей Василев. Первый Приднестровский телеканал.